Ищешь интересные катки? Тогда подписывайся на канал, ставь лайк и приятного тебе просмотра. Почему ты пират на второй ход ставит, а не с первого? Потому что так ты уменьшаешь левлап на следующий ход, и я смогу, ну, на следующий ход левел выйти. Самый тупой... Нет, почему там... В смысле, с чего взяли? Я говорю, самый здоровый, самый большой, типа, ты его не просто так его самым первым ставишь, чтобы он врывался. Потому что он самый... Самый-самый, короче, самый сильнейший. Там... есть чуваки... Говорил, вот там здорово, классно. Прикольно, прикольно. Смотри, что умею. Времени было побольше. Блин, химера, которая просто 3-3 дала, так что... По столу... Кайказом. И минус 15 щенот. Просто вот... 4 на 4. Пол победы. Левелапы, даю баф, дальше решайте, делать что хотите. Мираж, ты оценил. И не только тебе. Почему нет наличия и пишет покупка трека за баланс? Скорее всего, значит, вы купили все треки. То есть лимит полностью забрали. Зор крутой, да, и он и чувак крутой, и в целом игрок крутой. Саня тот, который 19 всегда на перстах, не, он почему-то не поехал, почему-то со мной не встретился. Я еще левел пойду. Топ-8, топ-7, там еще были поражения, я в левеле, да. И в целом, только они когда приехали, я тоже этот, сам первых встречал, говорю, там, здорово. Они такие, кушать хотим, кушать надо. Я говорю, сейчас, ребят, все организую, я тут самый главный, самый крутой. Сейчас этот, по идее, разберемся. Спойлер, короче, не разобрался, они в итоге голодные сидели. Там не получилось. Не-не, я там пытался договориться, а у них этот, заселение было, и... У них якобы заселение идет позже, а завтрак там идет до определенного времени, и они якобы не успевают, просто у них, как завтрак заканчивается, чуть позже у них начинается как бы день заново, где им оплачено, и поэтому не могут в этот день пойти на завтрак, они могут только на предыдущий день пойти. Ты чё ж так слабо-то? Ой, ладно, давайте что-то забирать. Спел за 5 дают. Стабил, который можно было забрать. Хорошо, хорошо. То есть, что я хочу поставить? Если у вас под контролем не менее 3 пиратов, вы получаете еще 2 золотые. То есть, мне нужен еще один пират. Ну, давай. Давай заберу тогда. Ненавижу демонов, не держу вообще. Первое сообщение от человека. Диком кринж. Столько мата, как на вашем турнире, я еще не слышал. Ну видишь, а людям нравится, не зашло. Я же говорю, мат не всегда плохо, иногда это просто лучше, чтобы эмоции как-то свои показать. Хардпаша, 250, ну я так. Понял, спасибо, чатик, за поддержку. Арсван, спасибо за ответ. Я ответил все-таки, получается. Let's go, ребят, let's go, мы сделали это, let's go. Совместными усилиями мы ответили на вопрос Паши, есть. А прикиньте, это на самом деле не ответили, он чисто так. Круто.
что такие турниры помогают налаживать хоть небольшие мостики между разными странами в такое непростое время. Да, да. На следующем турике жду от тебя топ-1 меньше, чем 3. Не меньше топ-1 меня ждет. И меньше, чем 3, кстати. Вот, спасибо тебе. Сейчас давайте пока чем-нибудь делать. Все слабо, да? Тоже слабо. Так, сейчас, секундочку. А что так слабо-то? Дайте что-то, чтобы было не слабо. Кто-то еще просорал сделаем. Я не хочу этого хрень брать, это говно полное. Ладно, забрал, что там? Забрал, так, поставил. Пока что-то где-то просто пусть будет. Возможно, какой-то полунал, а полу там что-то еще сюда поиграем. Ну, все равно довольно. Ну и мы тоже сильные. Вот, у Паши мы, получается, ответили. Спасибо тебе, Паша, еще 250. Ну, опять же, следующее, если я вдруг что-то пропустил, вдруг я, ну, не вижу, что-то не вижу, что-то не замечаю, то лучше всего, конечно же, будет, если уже решил донат отправить, то лучше уже будет в этом донате сразу же и написать, сам, ну, типа, сам вопрос. Так, ну давайте, наверное, что-то попробуем. Окей. Теперь да Йоньк. Фах немножко, ну ладно. Еще и как? Наверное, даже так можешь продать. Так, ладно, опа. Опа. Эту штуку надо будет забрать. Пока мы его не ставим. Я, опа, кстати, недавно переехал в Китай. И не понимаю, как с местным пингом через VPN крутить можно. Как парни с хуя тренируются, загадка для меня. Ну вот как-то реально играют, как-то тренируются. Так ладно, что-то забрал по картам. Что-то где-то есть. Пока это, считайте, немного ослабление по столу. Ну, точнее... Не сказал, что прям ослабление, скорее просто не усилился. Пока эта карта получает крупье неплохо, бафы, ну, когда мы карты крутим. Если там золотым браном все на свете, то, наверное, может оставаться. А так, забрал ее, ну, забрал мутаноса как на несчетную карту, чтобы можно было где-то крутить больше счетные. То есть, допустим, еще интернет отправляется, надо что-то продавать. Я такие, ну, давайте продадим крупье. То есть, не продадим, а именно сидим ее. А, скорее всего, как-то привыкли, может быть, как-то постараться не выходить жесткие АПМ, а прям собирать. Может, они как-то получше интернет выходят, может, ну, типа, у тебя похуже интернет идет в Китае, а у них как-то специально прям именно под игры сделан. Куда-то переехали, там еще что-то сделали, чтобы прям именно жесткий интернет был, то есть для них там прям супер важно, кто знает. Конечно, не очень круто. Мне своих хватило немножко.
О! Опа! 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 Здорово, Арслан. Здорово. Не получилось посмотреть чемпионат вселенной по ХС в Дубае. Ага, ну... Но слышал, что рассказывают про то, что на турике был говорящий парик. Это правда? Это неправда. Я думаю, тебе надо посмотреть турик тогда. То есть у Влада, в принципе, может это все дело зачекать. Как он выглядел, что вообще было на турике, и как раз знать, ну типа, что правда, что неправда. А так, ребята, в чате, вот, которые смотрели, они скажут, что как бы это неправда. Медляк, чок, чтобы ты заплакала. Медлячок, чтобы заплакал? Зачем ты хочешь, чтобы я плакал? Не понял. Смотрел, это правда. Те, кто пишет, что правда, не смотрели. Вообще можно пока крутить, да, дальше. Надо просто за монетки за все получают статы. Пусть получают. А теперь чуть покрутим. The fuck. Про парика... Да неправда, ребят, неправда. Вот не слушай их, неправда. Ладно, что-то просто поставил, пусть что будет. Вообще бы тебя бы, наверное, пораньше поставил, потому что там у чувака Лерой, я зачем-то бабла дал стенку. Ладно, хотя бы бабл сбил, на то спасибо. Тычка, ну так, да. И клип сейчас сюда вот. Нища, ладно, устраивает. Хоть сварт лобби, со мной что ли лобби? А если с тобой лобби, то это нормально, они, я говорю, по КД играют. Там тоже попадались. Ее надо было, чтобы я лучше сработал. Блин, зачем подпеваю? Все, закончилась песня. Сейчас, дальше по трекам. Опа, very, very hungry. Медлячок, чтобы именно ты заплакала. Готовься плакать. Я готов, всегда готов. Чтобы лучше CSGO где-то поставить. Я вроде нет, да, не место просто на все это дело. Поехали так. Что-то тебе еще забафаю.
Мне это надо! Да тоже монеты. Ладно. Ладно тогда, ладно. А, погромче бы, а сейчас довольно тихо играют. Чуть-чуть громче сделал. Так нормально? А, как думаешь, когда будет Next Tour, какие изменения будут после недавно пройденного турика при дне правилах? И он, например, также сделает, только будет больше игроков и будет так критично прям по правилам. Скорее всего, особо даже ничего не поменяют. Как вы думаете, что бы надо было поменять для улучшения? Может, просто организаторы сейчас прям сидят, палят мой стрим и такие, опа, вы там напишите, нам надо там то-то сделать, чтобы было лучше. Они такие, опа, и наматывают себе на ус. А потом будут выдавать, ну, как за свои идеи. Ваши идеи. Не звать Галача комментить. А почему не звать? Мне кажется, Серега это прям этот. Наоборот, надо его звать, чтобы был... На него, короче, ребят, просто, ну, смотреть приятно. Вот. Смотрит на него, сердце радуется. Не же 6, который проиграл. Проявит ли к нему уважение? Не. Не, ребят, никакого уважения. Думал уважение проявить, поставить сектантку, чтобы у нас пытался скрешаться Химера, но... А, Серега, Рил неплохо комментит и приятно удивил, прям хорошо комментил. Ну вот. Видите, уже хорошо, уже не нравится. Шутки, но Галач был вообще топ в плане аналитики и ведения мероприятий. Без него бы унылые хохотушки. По факту. Миша бы китайцы слишком сильно, ну вот, а чтобы наши ребята могли тоже повыигрывать. Короче, я думаю, многим зашло, многим понравилось. Вот плюс чат, кто считает, что откомментил бы лучше, чем Серега. Вот ни одного плюса не будет. Ни одного плюса не будет, потому что это невозможно, ребят. Невозможно откомментить лучше, чем Серега. Сидит, в общем, и приятно смотреть на него, и... Так сказать, вайбы добавляет. Кто-то вообще, может, пришел смотреть, то есть, особо-то ХС не нравится, но смотрит там Доту и Сереги такие, опа! Как здорово, как классно, теперь буду... Ради Сереги еще и посмотрю этот, турик. Пойдалка бы на эту штуку, конечно. Чисто подбафать сектанку, чтобы сразу где-то там... Ай. Кеквейт. 700 сотов, да не могу пробить. А, не в этом дело.
Я вижу эту штуку. Ё-моё, как это было плохо просто. Как же это было плохо. Ночью направо атакует. Ночью еще выиграем. Мне понравилась связка комментаторов Лена, Кира, Фрид, максимально ламповое, спокойное с умом комментирование. Сильвер Тираблейд — это просто нон-стоп странных шуточек, кора, локальный мем, никакой аналитики. Ну, зато этот, главное, что шуточки были прикольные, то есть... Главное еще фишка, чтобы это все дело разбавляет, то есть... Тупо одна аналитика, я считаю, что это, ну, плохо. Только аналитика и ничего больше, то есть никаких там хихи-ха-ха. И в то же время просто... Хихиха тоже без чего-то там, ну, добавления чего-то прикольного. Объяснение по игре тоже, ну, нафиг никому не сдалось. Короче, нужен баланс. Нужен баланс, это важно. Так, блин. Штуку не сделал. Я думал вообще Брандо сейчас продать, поставить Лероя. И чутка остановился. Он, кстати, ты ничего даже не поменял. Блин, ладно, косяк с моей стороны. Ну, здесь сейчас, короче, хватает это по мелочи. Я думал, что на самом деле я выиграю какую-то фигню, и мне нужно будет еще ход для чего-нибудь. Так, сейчас. Так, кого? Так, ладно, это отлично. Мне бы даже яд как-то убрать. Три китайца загнали почти весь СНГ в лобби С. Из лобби Б тоже никто не выбрался из СНГ. 50% шуток вообще благодаря хуев, а Серега Гага фрик. Кто не согласен, фиг тме. Кто не согласен, ты чё? А, fight me. Так, там что там, три китайца, то... почему у тебя столько так мало статов? Загнали почти весь СНГ в лобби С. Ну, это не только они, по-моему. Ну, типа, в том числе, наверное, вот так. На злой бой тоже никто не выбрался из СНГ. Так, это, типа, плохо, это минусы. Должны были, типа, подкрутить как-то, чтобы выиграли именно. Ну, нет, ну, такое, там же пригласили как раз-таки игроков с, ну, типа, со всего мира. Ну, короче, нормально, что там ребят не приходят. В следующий раз у них будет шансы показать, но шансы, типа, у всех одинаковые. Ну, как тебе катка? Если понравилось, оставляй комментарии. Пока-пока.